настоящий цирк. Это когда у тебя холодеют руки, когда ты думаешь, что сейчас с ним произойдет. Это настоящая история, драматургия, это катарсис, как говорили греки. Это очень классный, технично выполненный, супер номер, очень опасный, интересный, яркий. Что мне не хватило в нем, это истории, внутренней драматургии, внутренней вот какой-то такой эмоции. Кто-то сказал, ну, драматургии в номере нет, но корейцы достигли...